Уважаемые жители Ульяновской области, города Симбирска, Ульяновска, уважаемые гости, разрешите мне от имени депутатского корпуса законодательного собрания поздравить всех нас с великолепным праздником, днем рождения нашего любимого города Симбирска, Ульяновска. Город – это живой организм, сердцем которого, безусловно, является каждый житель Ульяновской области, каждый из здесь присутствующих, и ветераны, и молодежь, и мамы, и папы наши, и бабушки, и дедушки, все, кто ежедневно своим трудом, своей жизненной позицией развивает наш любимый край. Отдельно хочу поблагодарить, прежде всего, ветеранов, которые 30, 40, 50 некоторые лет своего трудового стажа отдали на развитие нашего любимого города. И мы, молодежь, будем брать с вас примеры, безусловно, продолжать развивать наш любимый областной центр. У нашего города великолепное прошлое, сильное настоящее и хорошее будущее. И уверен, что у нас такой большой, крепкой командой все, безусловно, получится. Славим мы не всех, наш Ульяновск лучше всех!